Пацаны и девчонки, рыбачок 36 с вами, а вы, надеюсь, со мной. Сегодня выбрался на заключительную рыбалку. Рыбалку на рака и пиявку. Больше не буду выезжать на рака и пиявку ловить. Буду ловить только на воблеры, резину, блесна, ну и тому подобное. Надоело. Сегодня сделаем заключительную рыбалочку. Посижу часиков до 12, может до часу. Будет клевать, будет. Нет, значит нет. Сегодня дождливый день такой непонятный. Короче, пасмурно. Была гроза, но дождик прошел небольшой. Сейчас опять так же пасмурно, звезд нету. Ветер плохой, южный. Поэтому не знаю, будет клевать, не будет клевать. Посмотрим. Но сейчас хочу рассказать вам о таком вот китайском фонарике. Он недорогой, но качественный. Купленный на AliExpress. Ссылочка будет внизу видео. Вот так он на такой жесткой, симпатичной резиночке расположен. Фонарик классный, водозащищенный. Ну, я имею в виду водозащищенный, то есть в дождь можно рыбачить спокойно. У него здесь закрывается резиночкой USB-порт, он заряжается. Тут же есть светодиодик, который показывает, что фонарик заряжен. Также есть у него магнит. Магнит хороший, сильный. Фонарик поворачивается как хотите. Он снимается, можно положить его в карман. Магнит очень хороший, неодимовый. Прилепить его. Ну и покажу сейчас функционал. Имеет он два режима, но с маленькими хитростями. Вот такой у него луч. Луч шикарный, бьет далеко. Можно нажать на кнопочку, и луч становится тусклым. Видите? Сейчас выключу свой фонарь. То есть, вот видите, тусклый стал. Дальше держу, он становится очень яркий. И есть второй режим. Второй режим — это такой рассеянный свет. Матрица хорошая, то есть для рыбалки, где-то для на фидер. Он точно так же, нажимаешь на эту кнопочку, он становится вот так вот, утухает. Еще держишь, и он становится вот таким ярким. Бьет, конечно, шикарно. Стоит капиши, горит сутки. Вот в таком формате. Я уже и бате купил, и друзья увидели, тоже заказали. Говорит, закажи такой. Тоже им прислали. Очень удобный, легкий. Можно в карман взять. Хоть для девочки, хоть для мамы, хоть для себя. И есть такая вот налобная штучка. Аккумулятор литий-ионный стоит. Крутится, вертится как хочешь. Классная штука. Ну что, приступаем к рыбалке. Сегодня взял палку помощней, такой карповый удильник китайский. Давно был куплен за 500 рублей. 6000-ная катушечка. Она у меня есть в обзоре. Vivo. Сижу уже полтора часа, ни одной поклевки не было. Ни головля, ни сомика. Погода слишком влияет на все. Ребят, кто захочет попробовать на рака половить? Головля, сома. Но больше как головля крупного. Не рассчитывайте на удары большие, мощные поклевки. Этого не происходит, даже если головль крупный. Происходит зажевывание этого рака. Он его, ну, проглатывает целиком, поэтому не надо спешить с подсечкой. Можно остаться без рыбы и без рака.
Кто не пробовал, попробуйте, найдите перекат. Возьмите офсетник 5-6 номера, купите десяток раков, ну и попробуйте. Основные выходы — это у нас сейчас по времени вечерний выход, это где-то часов, наверное, с 7, ну и до 11 где-то, наверное, до 12. А утренний везде по-разному, но в среднем от 2 часов и до 7. 2 часов ночи и до 7 утра. Где-то в эти пределы можно выезжать. И поклевки обязательно будут. А могут и не быть, но чаще всего есть. Вот сегодня я приехал уже поздно, но сегодня я с уклоном на Сома приехал. Сейчас вот посижу еще минут 15-20, не будет поклевки, поменяю рака на пиявку. Посмотрю, будет ли кто-нибудь активничать. Что, ребята, была первая поклевка. Ну, холостая. Это был голавлик. Он не укололся, ничего, значит, должен доесть. Обычно так часто бывает. Периодически, если долго нет поклевок, минут 10-15, я вытаскиваю и перезакидываю. Чуть правее, левее, ближе, дальше. И это чаще всего срабатывает. Нет смысла долго держать на одном месте. Когда рыба активная, она на рака прыгает сразу в течение буквально там 5-10 минут. Он его находит мгновенно. Что сом, что голавль. Если в ваших местах обитает крупный сазан, значит и сазан. Лещ, конечно, такого рака не заглотит. А вот голавль, сом, судак, сазан крупный, от пятерика и выше, проглатывает на раз-два. У нас просто мало здесь на Дону такого размера сазанов. Ну что, сейчас подожду еще 5 минут, не будет поклевки, вымотаю, посмотрю, может, содрал рака. Ну, поклевка была хорошая. Прям он быстро так схватил, начал зажевывать и пошел. Но опять, видимо, я немножечко вроде как поспешил, хотя я ему и дал зажрать. Ну, нету, давайте вытащим, посмотрим. Я ему не дал, он его потянул, я ему не дал ее заглотить.
либо мелкий был. Посидим, подождем. Снял рака, одел пиявочку. Посмотрим, может, на пиявочку. Больше не было поклевок на рака. Может, на пиявочку клюнет. Ну вот, поставил пиявку и сразу поклевка. Правда, мелкий, наверное, головлик. Крупных пиявок уже повыбивал, остались средние. Ну, будем ловить на средних. Самое интересное, что поклевка сразу, только закинул, сразу поклевка. Рака не хочет пока. Поэтому на рыбалку нужно брать несколько наживок. Иногда в течение ночи меняется предпочтение. Не хочет на рака, хочет пиявку. Не хочет пиявку, хочет рака. А бывает, что пофигу, что кинешь, на все ловится. Ждем. Ну что, ребят, вот только кинул. И сразу поклевка. Что-то не сильно большое. Палка мощная, катуха тяговая. Поклевки даже на эту дрын чувствуются великолепно. Я думаю, около килограмма что-то. Может, да, около килограмма. Ну да. Хороший голавль. Это килошках. Вот такая. Рака не хотел. Рака не хотел. Крючок хороший, карповый. Меньше нет смысла ставить. Ну, такой красавчик. Отпустим. А вам слабо? Ух, торпеда! Ставим лайкос. А рака не хотел брать. А пиявку только поставил, одна сразу поклевка. Потом вот только закинул, блин, буквально даже минуты не прошло. Сразу вторая поклевка. Результативная. Только чай вот налил. Кому нравятся такие головли, подписываемся, лайкос ставим.
Ну вот, ребята, как я вам всегда и говорил, что головля не стоит отпускать. Лучше его в садок положить, а потом, когда закончите рыбалку, отпустите. Вот то же самое сейчас и произошло. Я его отпустил, и он распугал всю стаю головлей. Поклевки даже мелкого головля прекратились. Сижу уже полчаса, ни одной поклевки, а до этого хотя бы мелкий, но сбивал. Посижу еще, посмотрю. Если не будет на пиявку, опять перевяжусь на рака. Поэтому, если ловите с лодки стационарно, лучше положить его в садок. Вот кто-то поклевывает, но это похоже на сомика. Что, ребят, опять я перевязался на рака. На пиявок больше нет поклевок. Уж 11:30. Попробуем посидеть еще минут 40. Не будет поклевок. Домой поеду. Рыба была поймана. Я прекрасно понимаю всех тех ребят, которые не нравятся такие рыбалки ночные. Всем хочется поспать хорошо. Часов до 12, потом прийти на водоем, обловиться рыбы за полчаса и спокойно пойти домой. Но так бывает очень редко. В основном приходится подстраиваться под рыбу. Когда рыба хочет жрать, тогда и надо выезжать на рыбалку. Это чисто мое мнение. Я стараюсь выезжать, быть на водоеме в тот момент, когда у рыбы начинается активность. То есть рыба начинает питаться. Поэтому почти всегда я с уловом. Если погода не испортилась, ну, либо еще что-нибудь не случилось. А походить, покидать блесного бляра, либо джиг, либо донку просто так, смысла не вижу никакого. Эффективность рыбалки заключается в том, что нужно выезжать и быть на водоеме в то время и в том месте, когда рыба начинает питаться или выходит на то место, где она питается. Тогда у вас больше шансов ее поймать. Мы не спортсмены. Мы не гонимся там за особыми результатами. Наше дело маленькое — порыбачить, получить удовольствие. А если рыбалку превратить в профессию, это уже не отдых, это работа. Как-то так. Ну что, ждем на рака. Клюнет, что не клюнет. Попробуем. Ну что, ребят, буду заканчивать свою рыбалочку. 2 часа ночи. Больше поклевок не было. Какие-то потяжки были. Я думаю, что мелкий сомик на рака. На пиявку сейчас вот поставил. И буду собираться. Тоже поклевок нет, ничего. Ну, как всегда, дом часов в 12 выключается. Ну, и часов до 3, до 2. По-разному, в зависимости от погоды. То есть часа 3 у него перерыв у рыбы. Практически не клюет ни на воблера она никогда. Там часов с 2 начинает. С 2, с 3. Я что-то легко оделся, поднялся ветерочек, прохладно.
буду собираться домой. Вот и заканчиваю свою последнюю рыбалочку на рака, пиявку. И переключаемся на воблерную тему, джиговую. Будем пробовать что-то ловить. Кому нравятся мои рыбалочки, ставим лайкосы, подписываемся. Всем спасибо, кто смотрит. Пока. Что, ребятишки, поклевка еще одна на пиявочку. Хороший головлик. Да. Килошник не меньше. А я уж с вами попрощался. Только начал собираться. И тут поклевка. Может, думаю, остаться до утра. Завтра на работу. Не спавши. Хорошо идет. Да, что-то хороший головлик. Показалось просто. Посмотрим сейчас. А, это сомик. Дождался малыша. А будем отцеплять его. Вот. И по сомику разловился. Жаль, малыш. Сейчас будем отцеплять. Стой. Оклюнул прям как головлик. Заглотил. Отпустим малыша. Ушел. Пиявочка. Есть смысл попробовать посидеть. Блин, ну завтра тяжело будет. На работе. Очка. Ну это уже покрупнее что-то, ребят. Сом. Блять, сошел, сука. Что ж такое? Это был покрупнее сом хороший. Все, я остаюсь до утра. Сход или обрыв? Сход. Плохо просекся. Да, сом, слизь. А что такое? Крюк хороший. Хороший сом был, ребят. Подождем, посмотрим. Вот так бывает. Только записал прощальную речь, как сразу три поклевки на пиявку. Маленький сомик, одна холостая и сход хорошенького сомика. Ну, не меньше пятерки он был, блин. Не просекся. Выход был. 2 часа, как я и говорил, в 2 часа вот выход был. Я уже
тут озяб. Посижу еще чуть-чуть, посмотрим, может что удастся поймать. Хочется сомика, ну так, кил на 5. Можно больше. И прям сразу вот поклевка одного сомика, только перекинул, сразу поклевка еще одна. Даже 5 минут не прошло. Еще раз перекинул, и сразу вот была поклевка крупненького сома. Такое ощущение, как будто стая подошла. Ну, может подойдет, подождем. Ну, ребята, еще поклевка. Только закинул, но тоже что-то не особо крупное. Опять пиявка. Не знаю, видно вам, что не видно. Ну, скорее всего, опять сомик небольшой. Блин, ну тот сошел, блин. Жалко. Тоже такой же, наверное. Ну да. Такая же круха. Такая круха красивая. Сейчас отпустим. Усатый, полосатый. Да елки-палки. Отпускаем. Ушел. Нанизал 2 пиявки, одну как червяка, то есть закрыл крючок совсем. Вот так. А вторую сейчас, как обычно, сверху. Я же говорю, в 2 часа вот начинает. Можно вот в 12 приезжать. Ну, вот так. Она сейчас вытянется одна. Вкусно ему. Может, крупненький клюнет. И не сойдет. Еще одна поклевка. Но что-то совсем мелкое. Совсем, наверное, детеныш. Нет, это голавлик проснулся.
Отпустим красавца. Видите, клев налаживается после двух. Как поеду на работу завтра, не знаю. Спать охота, пипец. Я не рассчитывал настолько. Я рассчитывал до 12 и домой. Вот тут вот такая вот система. Ждем еще поклевок. Ребятишки, поменял на свежую пиявочку. И сразу поклевочка. Что-то опять небольшое. Где же мой большой сом? Или голавль? Килограмма на 4. Я думаю, это мелкий голавлик. О нет, это вообще детеныш. Головастик. Иди. За головастика лайкос. 4 час ночи или утра. Короче, хотел посидеть до 12, остался до утра. Ну что, ребята, вот настало и утро. Одел голову от рака. Не прошло и 5 минут, как на голову от рака кто-то клюнул. Уже светает. А ты просидел всю ночь, хотя собирался уже домой давным-давно. Скорее всего, голавлик. Да, по сопротивлению похож. Шибанул сильно. Сейчас посмотрим, кто у нас тут. Ну да. Достойный экземпляр, ребят. Голова от рака. Лайкос. Вован, красавчик. Второго большого поймал. Голова она быстро. Ну давайте еще раз попробуем. Вымывается. А вот и задница от рака сработала. Еще один голавлик. Ну, этот поменьше должен, наверное, быть.
да. Этот поменьше. Боевая машина. Он ее просто сбил. Она пойдет еще раз. Лайкос. Ну что, ребята, вот еще одна поимка. Но это не особо большой. Такой грамм на 500, не больше. Опять раковая шейка, пиявку не хочет. Небольшой. Вот уже и утро наступило. Долго дюбал, всю шейку истерзал. Лайкос ставим, не забываем подписываться. Что, ребята, вот и закончилась моя рыбалочка. Собирался до 12 ночи, уже 6 часов утра, солнце встало. Что поймал, вы видели. Рыба периодически клевала то на рака, то на пиявку. Но в этом году как-то все странно, потому что ни одного сомика, даже маленького, я не поймал на рака. В прошлом году очень хорошо он ловился. Может, еще рано, вода слишком теплая. Ну, а на пиявочку ловится. Да, кстати, кто снимает, ну, снимает свое видео, можете присылать мне на WhatsApp, либо на почту, я выложу у себя на канале, если вам не охота заморачиваться. Только без матов. Сами понимаете, да, YouTube все заблокирует, ну и дети смотрят. Все-таки неприятно, если там, конечно, иногда бывает, выскакивает. И у меня выскакивает. За это извините, это я не специально, да. Всем пока. Не забываем подписываться.